Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Redmi Watch 2 Lite можно узнать наш номер модели, а также MAC-адрес. Заходим в настройки. Нажимаем о часах. Видим здесь наш MAC-адрес, серийный номер и также номер модели. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!